семье начинается удивительный мир для ребенка. Здесь он делает первые шаги, выговаривает первые слова, знакомится с первыми книжками. Именно папа и мама листают малышу странички с яркими картинками, рисунками, учат переживать, удивляться, восхищаться первым литературным героем, их судьбами и приключениями. Родители, семья оказывают во многом решающее влияние на формирование круга чтения, вкусов и предпочтений детей. Но не всегда семья готова к семейному чтению. Тогда чтение и разговор о книге можно начать в библиотеке. Семейное чтение – одно из основных направлений деятельности Машковской центральной детской библиотеки. С 2011 года библиотека является центром семейного чтения. За эти годы реализованы ряд проектов и программ. Дети из семей, участвовавших в реализации проектов, стали активными читателями библиотеки. На их смену пришли новые семьи. В библиотеке выделен уголок для родителей «Читаем всей семьей». Для родителей и детей от 2 до 6 лет здесь работает клуб «Светлячок». Деятельность в клубе направлена на содействие возрождению традиций семейного чтения, интеллектуальное, духовно-нравственное, эмоционально-эстетическое развитие личности ребенка. Здесь мамы и детки занимаются совместным творчеством, рисуют, читают, играют, ставят кукольные мини-спектакли, проводят праздники. В октябре 2020 года клуб отметит свое 5-летие. За эти годы в клубе было проведено много интересных, незабываемых мероприятий. Родители совместно с детьми активно участвовали в спортивных эстафетах, семейных и народных праздниках. Празднование Масленицы – одно из ярких мероприятий, которое вызвало много положительных эмоций у ребят. Внимание, внимание! Спешите скорее на праздник дружбы, на встречу друзей! Гуляни народно открывать пора! Скорее, скорее сюда, сюда! Сегодня будем зимушку провожать, Масленицу прославлять! А весну красну к нам зазывать! Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие! Раз, два, три! Масленица, приди! Ребят под веселую музыку встретила хозяйка праздника. Рассказала им о традициях празднования Масленицы. Только поведение. Так, домой, на небо. Птички летят, колокольчики звенят. Ну-ка быстрее еще пошагали. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо. Птички летят, колокольчики звенят. Тушки и присушки. Масленка идет, весела гуляночка, скоро-скоро заиграет звонкая кальяночка. Как на масляной неделе из трубы блины летели, ой, блиночки мои, подрумяненные. Актуальность проведения праздника связана с необходимостью изучения быта, традиций, культуры русского народа, его праздника всеми членами семьи, передачи культурного опыта подрастающему поколению, сохраняя русские традиции праздника. Этот праздник с большим нетерпением ждут и взрослые, и дети. Прикатила сама кружка.
учебном году. Плохая погода, плохие оценки, и здоровье. Мы сейчас мамы написали. И приклеим все. Ребята, и просьба приклеить на масленицу. На празднике ребята катались на карусели, отгадывали загадки, состязались в силе и ловкости, метание метлы на дальность, пели, танцевали, играли в ручеек. Да ты что? Сейчас заменим. Ну там какие всякие есть. Прям на матрицу. А ты что двойки не написал? Есть негатив! Я тебе написала. А тебе? Кажется, у нас солнце пропадет, если загонять. Наоборот, придет. Полина, нет, не спала. По традиции было сожжено чучело, и всех гостей ждало традиционное чаепитие с блинами. Ребята верили, что вместе с сожженным чучелом люди избавляются от всех невзгод и напастей. Пасхальное богатство, дали-дали ясно, чтобы не погасло, дали-дали ясно, чтобы не... Артем, хотите нас? Я всегда назовут меня лакомкой, потому что много сладкого едят. Я четверг. Называют меня широкий четвергом, потому что я вкусный и ненасытный. Я пятый. Надо четвертый четверг, потому что мой папа хочет к моей бабушке на блины. Я суббота. Все меня называют посиделками, потому что все родные друг к другу в гости ходят, долго сидят, много едят и разговаривают. А завершился праздник веселым катанием на санях. На празднике звучала веселая народная музыка, создавая настроение радости, веселья и задора у ребят. Семейные выходные среди книг – одно из полюбившихся мест современного проведения досуга детей и родителей. Два раза в месяц по субботам в библиотеке мамы и папы, бабушки и дедушки с детьми читают вслух детские книжки, ведут о них беседы, рисуют и играют. Это сближает их и воспитывает порой больше, чем прямое назидательное слово.